подскажите, чего не хватает моей эзотерической машине, чтобы поехала? Или она едет, а недовольна ее скоростью? Может, подскажете, в каком направлении двигаться, какой семинар можно практиковать, ученица школы? Правда, еще бесплатных ступеней. Ну вот и практикуйте бесплатные первые ступени, этого достаточно, чтобы двигаться. Дело в том, что эзотерика не является элементом, который необходимо отрабатывать и в котором необходимо двигаться, это точно не является машиной. Эзотерика — это способ самопознания, когда человек начинает познавать себя, свой характер, свою душу, когда, используя инструменты, он становится конкурентоспособным в этом мире, достигая высших материальных достатков или высших материальных благ, достигая состояния здоровья и использует при этом данные методики или данные несложные методы. Какой лучший способ жизни в этом мире? Мир всегда предоставляет человеку выбор, поэтому лучший способ жизни в этом мире — это способ, при котором человек часто повторяет слова «мне нравится, мне нравится». У него есть второй способ жить по принципу «мне не нравится, мне не нравится». Очень часто человек имеет возможность общения, книжного общения, интернет-общения с какими-нибудь, возможно, людьми, которые призывают к коммуникации или к духовному росту, это пасторы или, возможно, духовные сподвижники, которые дают надежду и которые говорят человеку, что живите так, чтобы была семья, живите так, чтобы было больше любви. А что это обозначает? Условно это можно обозначить так: живите так, чтобы вам нравилась ваша жизнь. Но очень часто информация может не контролироваться и вливается в огромном количестве в виде возмущений, в виде такой политической информационной какой-либо информации, где не говорят о том, кто будет нести ответственность и почему это происходит, а говорят или ищут, обвиняют кого-либо. Человек надеется на что-то, при этом информацию получает негативную, такая информация в большом количестве входит в него, заставляя его душу страдать. Такой человек просыпается и, сам этого не понимая, начинает говорить: мне не нравится тот человек, который рядом, мне не нравится, что я вот так живу, мне не нравится, как я выгляжу, мне не нравится еще что-либо. Его душа начинает страдать, начинает сжиматься, появляется заболевание, и это, в общем-то, наш добровольный выбор.